Двое детей ранены, пятеро взрослых получили травмы. Это итог 7 аварий, которые произошли в области. Причем большая часть в Ярославле. 10-летний мальчик выбежал на дорогу на улице Менделеева, а водитель «Волги» не успел затормозить. 15-летняя девочка получила травму головы в маршрутном такси. За 3 месяца этого года в ДТП пострадал 21 ребенок, один погиб.